Все больше европейских политиков открыто выступают против продления санкций в отношении России. Сегодня о том, что политика ограничений лишена смысла, заявил депутат Национального собрания Франции от партии республиканцы Тьерри Мариани. В составе парламентской делегации он сейчас находится в Москве. Мариани входит в комиссию по иностранным делам Нацсобрания. Он рассказал, что в ближайшее время предложит своим коллегам резолюцию о нецелесообразности антироссийских санкций. С политической точки зрения, санкции в отношении Российской Федерации ни к чему не привели. Ситуация на Украине за это время не изменилась. Они лишь приводят к ухудшению состояния экономик как России, так и самой Европы. Как можно просить страну о помощи в борьбе с террористами и одновременно вводить против нее санкции? Это нелогично. Мариани также сообщил, что в составе французской делегации планируют в следующем году вновь посетить Крым. Депутаты Нацсобрания уже ездили туда летом. Теперь они собираются отметить там День российского военно-морского флота. Также парламентарий не исключил возможности новой поездки в самопровозглашенные республики Донбасса.